недвижимость в Турции по нашему адресу. Мы находимся в Алании, в районе Махмутлар. Кого интересует недвижимость в Алании, звоните по номеру +90 555 064 9110. Дорогие зрители, на первой береговой линии в районе Махмутлар продается 2+1 на среднем этаже проекта, который был сдан в 2005 году. Где-то зданию у нас 17 лет. Глазами я море вижу с балкона вот так, как вы сейчас видите. Дорогие зрители, цена этой квартиры 138 тысяч евро. Первая линия. За такую цену сложно найти 2+1. Так что сразу звоните и покупайте, а то оно утёт. Много говорить об этом не буду. Звонок. Кто звонит? Пауза. Огромная территория, беседки. Здесь 4 блока. Выходит калитка прямо к первой линии. В правой стороне и в левой стороне есть подземный проход. Кажется, в правой стороне, не помню, но и точно есть. Огромный балкон, который можно застеклить. Кто-то стеклил? Ну, наверное, да. Так. Огромный балкон. Минимум здесь 90 квадратных метров жилая площадь. Может быть, 88. Так. Гостиная. Отдельная кухня. Как мы отделили ее. Вот. Требуется легкий ремонт. Можно что-то поменять. Кондиционер Ачелик, холодильник Siemens, посудомойка Beko A+, мраморная столешница. Мебель тоже так себе неплохая. Мягкая вот. Прихожая. Мраморный пол. Первый санузел без душевой кабинки. Второй санузел. Также можно поставить сюда проточный водонагреватель. Здесь бочки на крыше. Нагреваются при помощи солнца. Душевая кабинка большая. Угу. Здесь спальня первая. Тут кабель провели. Поставили, кажется, кондиционер. Отделку делают. Первая спальня. Где-то у нас 11,5 квадратных метров. Второй балкончик. На то, что нужно поменять окна на двойные, одинарные, придется вам потратиться где-то 1500-2500 евро. Если поменять все окна двери на двойные. Термопакет окна. И вторая спальня. Тоже кондиционер Ачелик. Здесь у нас 15 квадратных метров как минимум. Можете все новое купить. Можете и оставить. Так, вид на соседнее здание и спальни. Ну, также отсюда море видно. Так. Все, дорогие зрители.
Кого заинтересовала эта квартира, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Покажу-ка я вам и также лифт. Вышел с квартиры на этаже. У нас раз, два, три, четыре квартиры. Покажем лифт. Вот лифт. Вместимость 3-4 человек. Спустимся на нижний этаж. Выхожу я во двор. Прямой вход. Никакого пандуса не нужно. Вот у нас вход. Первая береговая линия. Та же остановка прямо около вас. Есть пешеходная дорога. Где подземный проход? И в той стороне подземный проход. Всем пока-пока, дорогие зрители.